Дышите. Не дышите. Дышите. Все ясно. Нужен. О, постельный лежим. Дед Мороз заболел, и Маша с Мишкой должны сами поздравить лесных жителей с Новым годом. Твоя задача им в этом помочь. Посмотри внимательно на экран. Какая тропинка приведет Машу к зайцу? Для этого попробуй визуально отследить путь от начала до конца. Так тебе будет проще найти нужную тропинку. Правильно! Надо выбрать путь под цифрой 1. И заяц получил свою любимую морковку. А теперь попробуй сам. Вот увидишь, в этом нет ничего сложного. Переходим к игре. Какая тропинка приведет Машу к зайцу? Молодец! А по какой тропинке нужно пойти, чтобы и тигр не остался без подарка? Молодец! А где же тропинка, которая ведет к белке? Верно! Мы не можем оставить волка без подарка. Верно! Помоги Маше и Мишке выбрать правильную тропинку. Молодец! Какую тропинку надо выбрать? Верно! С Новым годом! Ходи еще! Подарками! Ой! Молодец! Ты справился с заданием!